Черт! Эта игра не дает совершенно чувствовать себя в безопасности. Там чудище, а тут старик. Пигги. Uh-oh. Don't worry, I'm still here. Ты охренел? Ты охренел? Дверь закрыта была, ты офигел? Ты что делаешь? Дверь была лишь приоткрыта. С ума сошел, что ли? Так дела не делаются. Как ты смеешь вообще в приоткрытую дверь влетать? Что за фигня? Я, значит, такая щелку оставила, присела рядом с дверью, а он худыщ. Читак, блин, гребаный. Вагбан, понял? Репорт уже кидаю. Охреневший. Сволочь. Дайте-ка я посмотрю на карте, где тут еще есть ключ со скорпионом. Где-то еще был. Там ворона. Да, наверху еще со скорпионом. В комнате отдыха. О, боже, сколько всего. Стойте, я совсем не заходила в некоторые помещения, да? Потому что в ужасе бежала. Морг, секционная, блин, котельная. Я не знаю вообще, что делать, с чего начать. Ну, пойдемте, наверное, за маятником. Дина, там, где есть гниль, там могут ходить они. Так что смотри на пол, стенки, потолки и так далее. Далее, о, спасибо, я уже так и подумала. Сейчас он опять через дверь мах. Ох ты, сволочь. Нет, нет, нет. Ты не получишь меня. Нет, понял? Ты не получишь. Все, сейф-рум. Понял? Это всегда работает. Сохранюсь-ка я еще разок. В общем, план такой. Сохраняемся и идем за маятником. Как нам добраться? Нам нужно выбежать в главное помещение. Центральный зал, да? И куда потом? Сейчас, дайте сообразить. И вот в гостиную. То есть мы попадаем в центральный зал и пробегаем прямо и чуть левее, чтобы попасть в гостиную. Окей. А может быть, мы сможем еще дверь справа открыть? Точнее, не в гостиную, в коридор мы попадем. И там обходим по коридору на кухню в гостиную. Ну что, ребят, готовы? Дед! Блин, черт, если я побегу, он сразу будет знать, что я здесь. А! Курочка упала от страха. Тихо, тихо. Может, он нас не заметит? А, фак, эту дверь нам не открыть, потому что тут этот самый... Кто говорит, что тут опять жрать захотелось? Может быть, я? Тихо. Может быть, если я не буду шуметь, он не поймет, что я здесь? Точно, давайте-ка по стелсу, ребят. Давайте-ка по стелсу. Ох. Это не игра, а какое-то безумие. Нет, стойте. Гостиная не там. Вот она. Я уже начинаю запоминать расположение комнат в этом доме. Ну, по крайней мере, в этой области. Итак, маятник.
О, первая глава. Отлично. Блин, черт! Дед сейчас сюда придет. Фак! Фак, 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 я могу залезть в шкаф. Так, ребят. Ребят, надо успокоиться. И сообразить. Ой, у меня живот урчит. В принципе, мы можем спуститься в люк. Я, правда, не знаю, зачем. Сейчас я по карте проверю, что там находится. А куда мы попадаем из люка? Я забыла, в гараж? Нет смысла, наверное, да? Можно сходить в прачечную сохраниться. Хотя, в принципе, мы сейчас ничего особо не сделали. Ладно, давайте просто продолжим. У нас на втором этаже много чего не осмотрено. Что за звуки? Кто закрыл дверь? Дедуль, ты что ли? Oh, it's me. Stay right there. Скорее! Да блин! Дурацкая анимация люка! Ой, все, я поняла, бежим. Черт, блин. Фак. Фак, фак. Ай, ребята. I'm all squashy like a bug. Я забыла, что он это делает. Черт, его подери, дурацкий. Голый дед, проклятый голый дед. Ну, в общем, бежим, да. Основную часть дома, чё. Закрываем двери. Закрой, закрой гребучую дверь, закрой дверь! Закрой! Да закрой ты её! Короче, надо поставить собачью бошку. Собачья башка. Я так понимаю, когда мы бегаем, дед нас слышит. Ну, а туда он пришел, потому что его привлекли часы. Тут мы, по-моему, все осматривали. Карта, карта, карта. Нет, минутку, я отсюда только что пришла. Пойдемте-ка сюда. А, нет, подождите, тут... Тут дробаш! Я запуталась. Блин, фак, 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 фак. Тихо. Уже пришел сюда. Дед, меня тут нет. Тихо, тихо, тихо. Фух. You know I'm gonna find you, right? Понимаешь, что я найду тебя, да? Да, я понимаю. Я здесь изначально в проигрыше. Ну уходи уже, уходи, проверь другой этаж. Все еще где-то рядом. Так, вроде свалил. Итак, мы притворились шкафчиком. Похоже, он тоже кем-то притворился. Да блин. С чего он взял, что я вообще на этом этаже?
Ребят, пора показать звериный оскал капитализма. Как думаете, да? Сейчас, минутку, я сверюсь, в какую мне сторону. Может, на второй этаж сходить? Или он сейчас на втором? Фак, он на втором! It won't be long before I find you and kill you. Ну что мне остается делать? Я могу сходить к тем зверушкам в подвал, там осмотреться. Или... Блин, или мне пострелять в деда, реально обезвредить его ненадолго. И потом осмотреть второй этаж. Вообще, мне, конечно, очень нравится, когда в играх тебя постоянно кто-то преследует, когда ты не можешь почувствовать себя спокойно. То есть я говорю, что мне это не нравится. Но вот это вот ощущение постоянной опасности. Так было, например, в Hunting Ground. Такая, с чем там? Змея. Ключа с змеей у меня еще нет. Тоже змея. Так, давайте попробуем найти ключ со змеей. Как мило, что ключом со змеей мы можем открыть детскую. Блин. Мужик, я в тебя планирую пострелять, знаешь об этом? Тут заперто. Слышь, мужик, стрелять в тебя сейчас буду. О, нет, я загнала сама себя. Как бы в тебя еще попасть-то? Как мне попасть-то в тебя для начала? Блокир! Отличный блок. Да блин, мужик. Я хочу, чтобы он упал. Отлично, ребят, у нас есть несколько минут. Отлично, отлично. Все, осматриваемся. Кстати, а можем ли мы убить зверей в подвале? Напишите мне, пожалуйста, только полным предложением. Типа, Дина, мы можем убить зверей в подвале. Так. А чем эти ящики открываются, кстати? Да он ненадолго прилег, ребят. Он встанет потом. Так что особо не радуйтесь. Пока осмотрим мусорные баки. Что же еще осматривать, не так ли? О, блин. Почитаем записки. 2 октября сообщают о надвигающейся буре. Несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы устранить последствия бури. Наверное, надо укрепить окна и упрочнить крышу. Может, Лукас мне подсобит. А, это записки деда, да? Вода наконец-то сошла. Наш основной дом не пострадал, а вот старый дом сильно поврежден. Лукас все не уймется насчет большого корабля, который выбросило в проток реки. Если это правда, надо бы сообщить в округ. Завтра пойду и сам посмотрю. Записки вполне вменяемые, надо сказать. О-о-о-о! Мы сейчас посмотрим кассету с вами, ребят. Точно-точно. Сейчас я только тут это погляжу. О, отлично. Еще одна глава. В книге. Классика Резидента. Порох. Есть еще порох в пороховницах? Ну что, давайте смотреть кассету. Мия. Видеокассета, на бирке которой написано «Мия». Погнали. Погоди, лежит в ванной. О. Итан, пожалуйста, посмотри эту кассету. Итан, если ты это найдешь, я знаю, что не могу ни на что рассчитывать. После всего, что произошло, что я сделала.
Да, ты отмахнула нам руку. Но я должна тебе сказать, это была не я. Я не знаю, что случилось. Тебе столько нужно понять. Вот ты где! Ну напугала же ты нас, девушка! Когда он успел это заснять? Она больше меня не поймает. А подождите, я сейчас... Ребят, я за нее играю, прикиньте. Ой, нет, зря я это сделала. Да нет, не попалась, я случайно открыла дверь. Мы играем... Марш в свою комнату сейчас же! Блин. Я думала, это по сюжету сейчас было. Мы не справились. Только бы не сейва. Преследовательница Маргарита. Чтобы уйти от преследования Маргариты, спрячьтесь за чем-нибудь. Это я могу, это я умею. Резкий поворот. У нас есть резкий поворот. ЛС плюс Б. Фига себе. Бежим. Сейчас я попробую быстрый поворот. Оп. Класс. Оп. Немножко поташнивает, ну да ладно. Ого. Фу. Спрятаться за чем-нибудь. Нет, это хреновое место для пряток. Так, тут открыто. Давайте посмотрим, что еще есть. Здесь нельзя пройти. Болото. Заперто. Ничего нет. Давайте закроем дверь за собой. Ящик нельзя разбить. Только что было открыто. Фак, 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 фак. Куда прятаться-то? То есть у них как на досмотре за мужиками гоняются мужики, за барышнями гоняются барышни. Что мы ищем? Ты у меня уже в печенке. В моей печенке сидишь, мразь. Чё это я мразь? Фак. Зачем ты так со мной поступаешь? Тихо, я спряталась. Чем я заслужила такое отношение? Тем, что впустила и накормила тебя? Нет, не иди сюда. Не иди сюда, меня тут нет. Странная ты какая-то. Это же Дар. Дар. Она считает это даром. Бессмертие. Кто-то к этому стремится, действительно. Прямо как в книге «Через много лет» Олдоса Хаксли. А в шкаф? Нет, нельзя. Меня все тянет в шкаф залезть. Ну-ка, ну-ка. Мы не можем взять. Этот дом видел больше, чем ты можешь представить. Ой, ой, плохое место для пряток. Ты просто не понимаешь, или тебе плевать? Если я отвернусь, она меня не заметит. Фак! Нет, где-то тебе не попалось. Нет! Дверь! Гребаная дверь! Так, в этой игре у меня определенно проблемы с закрыванием дверей. Ну ладно, хотя бы не сначала. В общем, здесь мы прятаться не будем. Сразу выходим. Дверь. Дуба. Ее нельзя закрыть. Как мило. Она просто не закрывается. Собственно, почему бы и нет? Видно, игра намекает мне на то, что я именно здесь должна спрятаться. И дождаться, пока Ритуля идет. Уйдет, в смысле. Маргарита. О-о-о. Ух ты. Что это такое? Я знаю, что вы с Зоей что-то замышляете, шушукаетесь. Думаешь, я не знаю, что вы хотите сделать с этим парнем, Итаном? Что это такое? Это... Странно. Как будто часть велосипеда, объединенная с чем-то. С какой-то катушкой. Или с частью из унитаза. Ну давай уходи уже. Я тут развлекаюсь разглядыванием всяких... мусорных объектов.
here. Расходитесь, дамочка. Не на что тут здесь смотреть. Я даже не могу взять эту штуковину, чтобы обороняться. Можно было бы ей засандалить. Ты будешь уходить или нет? Вон, я ее вижу. О-о. Нет. Нет. Нет, не обходи! Я скормлю тебя моим крошкам, остатки пущу на удобрение для сада. Да? Минуту назад ты просто хотела, чтобы я пошла к себе в комнату. Мы открыли тебе двери нашего дома. Открыли наши сердца. И что в ответ? И что в ответ-то? А в ответ ты смеешь выходить из своей комнаты и прятаться по дому. Что тут есть? Давайте встанем. Блин, ничего не видно вообще. Хоть глаз выколи. Ой, здесь мы можем... Нет, мы не можем спуститься по какой-то причине. У нас задача не попасться Маргарите. Ну, мне не очень понятно, куда нам идти-то. А, вот сейчас мы можем взять... Окей. Господи. Дина, в шкафах, в тумбочках в данный момент их скорее не получится. Только сбоку можно спрятаться. Но не внутрь. Угу, Лёс, поняла, спасибо. Так. Сейчас мы решим, как поставить. Ну, примерно как-то вот так вот, да? Дверь. Как это работает, кстати? Интересный механизм. Блин, не говорите мне, что мы сейчас к чудищам пойдем. К нашим заплесневелым приятелям. Ух. Долго она протискивается. А, мы можем дальше пойти? Нет, все. Хорошо, хорошо. Что за место? Ну сюда Маргарита не придет, потому что мы ведь прошли через секретный проход. Господи! Дина, если хочешь, могу VR подогнать на прохождение этой игры. Один, последняя голова в подвале убить чудищ можно. Надо стрелять им в голову 2-3 раза. Жень, а ты из Питера, что ли? Я бы, если честно говоря, с удовольствием попробовала бы с VR-ом. Вокруг Генчика. Боже, как она орёт. You think little Evie's gonna put up with your shit forever, bitch? I am through playing games with you. You hear me? You hear me? You hear me? Дамочка, если бы вы не так истошно орали, вы бы, наверное, заметили, что я у вас под носом. Да, блин, свали, нет тут меня. Я просто тазик. Оно ускоряется, мне кажется. No.
Да боже, ты тут так и будешь ходить? Ну, подруга, серьезно. Куда мне бежать-то отсюда? Блин, не могу же я вечно ходить кругами. Похоже, нужно куда-то отчалить. Что с ней творится? Смахивает на меня за рулем. Сейчас она отвернется. И побежали. Вот так вот. Оп. Разман силы. Не пытайся даже, мать твою, избежать наказания. Отсюда выхода нет, милочка. Ребят, я вообще туда собиралась пройти. Похоже, это деталь от чего-то. Ну, похоже, что уж тут скажешь. Фотка. Непонятно, кто на снимке. Ой. Where do you think you're going? Не успела сделать скрин. Итан, пожалуйста, помоги. Помоги, Итан, нет! Да сейчас, ты меня вообще руку отхватила. Чертовка. Ой. Посмотрели мы кассету. Это всего лишь кассета была, такие переживания. С ума сойти. Последний раз так переживала, когда «Красавицу-чудовище» смотрела. Ой. What did they do to you, Mia? Мия, что они с тобой сделали?